Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен советской монете номиналом 2 копейки 1947 года. Как вы, наверное, уже знаете, весь ряд монет 1947 года является очень редким и дорогим, так как данные монеты официально в денежное обращение Советского Союза не поступили. Если взглянуть в таганский ценник, напротив каждого из этих номиналов стоит цена договорная, потому как даже проходы этих монет на аукционах весьма и весьма редкое явление. По свидетельствам известных коллекционеров советской погодовки, сохранилось только несколько полных наборов этих монет. Один из таких наборов был продан на одном из европейских аукционов в розницу. То есть он был распродан, каждый номинал отдельным лотом. Этот аукцион состоялся в 2008 году,